Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я рада приветствовать вас на своем канале. Приглашаю к экрану всех тех, кому близка тема домашнего огородничества. Я продолжаю показывать, как растут, как развиваются мои томаты, как себя чувствует мой огород на окне. Я сейчас на несколько минут переместила его на балкон, чтобы показать. Но на балконе у нас очень холодно, у нас снег, весна не торопится к нам прийти, показалось, я спрятал, зима пока побеждает, но мы ждем, ждем солнышко, ждем весны, которая не за горами. Итак, вообще-то на данный момент, а момент у нас какой? Томаты развиваются, пару недель, по-моему, я не замечаю, я ставлю ссылки на те видео, которые уже были, да, где мы пикировали томаты, где мы пересаживали их в горшочки. И там по датам можно посмотреть, я даты не запоминаю. Так вот, наши томатики сейчас уже, будет заметно или нет, у меня микросъемки нет. Придется поверить на слово. Вот здесь стали развиваться бутончики, красивые бутончики. Может быть, вот здесь будет более заметно. Да, вот слегка здесь заметно. Вот они, бутоны у томатов. Маленькие, пока крохотные, но бутоны. Вот с этого момента я начинаю интенсивно подкармливать томаты. И рыхлить почву продолжаю, потому что я это делаю всегда. Поливать томаты, подкармливать. Желательно не около корня, а по периметру горшка. Это очень важно, потому что стволик томатов, он не любит лишней влаги. И у меня уже растворено удобрение. Я уже говорила, что очень люблю биогумусом поливать. Этого было бы достаточно, если бы не тот факт, что в этом году у меня какой-то такой грунт, что он очень сильно осел. Очень сильно осел, и мне это не очень нравится. Вот в эти три горшочка, которые на заднем плане я уже подсыпала. А здесь сделаю сейчас это вместе с вами. Для того, чтобы подсыпать грунт, нужно посмотреть, не засыпем ли мы грунтом листочки. В данном случае засыпем. Обычно я подсыпаю грунт, когда идет вторая волна у томатов, когда они отдали первый урожай уже и цветут, еще вроде не осень, лето. И тогда я этим занимаюсь. Но сегодня как-то у меня грунт прямо осел, мне это не очень нравится. Минут за 20, за 30, можно даже за час, это самое идеальное, необходимо обрезать те листочки, которые будут у нас засыпаны грунтом. И нужно дать подождать. Это время необходимо для того, чтобы такие ранки, пусть они микроранки, но тем не менее они есть, ну, схватились, что ли, затянулись. Они еле заметны вот здесь вот чуть-чуть. Достаточно на 30-40, чтобы подсохли. Это, наверное, правильно сказать, подсохли. Подождем. После этого нам нужно взять любой грунт для растений. У меня в данном случае росток для рассады. Ну, будет не для рассады, будет для всех видов овощных, цветочной рассады. У меня будет просто для овощей. Я, конечно, разрезала кверху вниз. Грунт мне этот не очень нравится. Первый мне попался очень удачный, а здесь какие-то у меня попадаются и палки, и веревки. Мне это не очень нравится. Вот прям при первом. Ну что это, зачем мне это надо? Вот, но тем не менее, моя задача увеличить высоту грунта. Я сейчас это сделаю. Мне очень неудобно делать это при камере. Отключусь и вернусь. Ну вот и все. Такую операцию я проделала абсолютно со всеми своими томатами. Вы помните, что у меня есть один томат-красавец. Персонально ему предстоит не только плодоносить, что же мне в кадр-то не лезет, но и украшать кухню, если тебя подальше. Вот он тоже очень красивый. Он тоже собирается цвести, но не передает мой телефон. В следующий раз, я надеюсь, уже будут заметны бутоны. И может быть даже уже желтые цветочки. Я думаю, что в следующий раз мы встретимся, когда будут уже желтые цветочки. Среди моих красавиц помидоров в гордом одиночестве растет перец. Я не скажу, что он быстро растет. Он растет очень медленно. Такой горделивый. Знаете, прям как петух в курятнике. Он у меня один.
Но, слава богу, не вянет, развивается. Я почему-то думаю, что он будет расти быстрее. Ну, а с другой стороны, смотрю ролики, да, совсем недавно был еще крючком, потом вот крохотным. Он растет так, наверное, как ему надо. Не хватает солнышка. Солнышко у нас действительно как-то меньше, чем нужно. Но говорят, что скоро-скоро оно будет. И сейчас вам хочу показать один момент и рассказать. Это не то, что ошибка, это не моя ошибка, но чтобы не допускали начинающие огородники ее, я вам сейчас расскажу про один момент. Смотрите внимательно на центральный томатик. Вы думаете, это томат другого сорта? Нет. Это все тоже чудо на окошке. Это позже посаженный томат? Нет. В один день все были посажены. Просто эти томаты у меня стоят на подоконнике, который выходит сразу на улице. А этот томатик, он стоит на подоконнике, который выходит еще на балкон. То есть свет он получает гораздо-гораздо меньше. Вот как-то мне писали, я говорю, я раздаю, потому что сажаю немного, у меня нет места. Ну, вроде подумаешь, там на кухне еще что-то. С удовольствием бы, если кухонное окно выходило на улицу, тоже и его заполонило. Но так как у меня кухонное окно выходит на балкон, а на балкон я пока оставлять не могу. Наверное, только днем я буду выносить недели через две, если весна прям так раскочегарится. А на ночь и того позже. Ну, весна покажет, год на год не приходится. И поэтому вот так, такое впечатление, что я его недавно посадила. Так-то все прекрасно, междоузлие короткое. Вообще мне нравятся эти томаты тем, что у них очень короткое междоузлие. Не люблю дегельки. И вообще никогда не сажаю много. Мне не хочется полонить балкон, мне надо, хочется, чтобы это было более-менее красиво. И потом осенью все это убирать тоже нужно. Поэтому я сажаю мало, но чтобы все это было как-то красиво, радовало глаз и душу. Ну и, наверное, чем меньше, тем, может, ухаживать я буду лучше за меньшим количеством. В общем, я не сторонница того, чтобы засаживать весь балкон какими-то такими длинными помидорами непонятного. Потом дающий урожай. Я вот проверенная и в очень небольшом количестве. Но зато на окне, который выходит, так сказать, на балкон, прекрасно растет лук. А почему я не принесла его? Потому что забыла. Потому что недавно сорвала. Вот луку все нипочем. Ой, он, наверное, не поместится. Вот на этом подоконнике я выращиваю лук. Но его надо же, конечно, срезать. Он вот ничего, растет даже в тени. Смотрите, вот какой у нас еще снег лежит. И, конечно, томатикам пока сложновато. Им нужно солнышко и тепло. Я надеюсь, я выполнила просьбу всех тех, кто попросил показать, как сейчас выглядят томаты, как они развиваются, и все, кто спрашивал о моем огороде на окне. Надеюсь, скоро это будет огород на балконе. Всего вам самого доброго. Чем бы вы ни занимались, занимайтесь с удовольствием. И тогда будет вам это приносить радость. А это самое главное. Это уже отдача. А если еще, как в данном случае, будут плоды, а они обязательно будут, я вам их покажу. Я оптимистка. Это вообще будет замечательно. Так что встретимся в следующий раз, когда появятся желтые цветочки. Будем идти поэтапно. А всем, кому интересно, как начиналось, как мы развивались, я оставлю ссылку под видео. Всего вам самого-самого доброго.